Нам в клетку зашел Али Хайбати. Он сегодня не смог выйти на поединок ввиду травмы, но я думаю, ему есть что сказать. Сильно у вас жарко, реально, поэтому мне надо снимать. Скажи, пожалуйста, почему ты из боя? По-моему... Мы с тобой в ближнем бою загубились капитально. Я тебе сказал, у меня рука сломана. Ну ты же подписал контракт с Хардкором. Я ни с кем не подписал контракт. Не, давай ты, Тарасов, не будете мне говорить, что я делал. Я же это знаю. Ты зачем? Я же расследование занимаюсь. Ты зачем? Ребята, я уже так ухожу. Охрана, давай. Тебе смотри, ты че? Какого х**а ты пощечину мужчине даешь? Ты вообще что ли? У тебя вообще есть... Мужчина, а вы тересестры! Сюда иди. Потому что Али 100% снова сольется. Он слился в этот раз. Можно я скажу? Можно я скажу? 20 июля. До этого на улице я тебя нахожу, как собаку за твою пи***ь. На улице, что ты можешь, на улице, только что можешь наказывать. В любом месте я где тебя поймаю, я тебя...